Это 10-я квартальная котельная, обслуживает весь центр города. Именно на этом участке уже завершились работы по замене трубопроводов. Здесь, а также еще в нескольких котельных, были обнаружены повреждения коммуникаций в результате плановых гидравлических испытаний. Они проводятся каждый год после завершения отопительного сезона. И главная цель – выявить все неисправности сетей и оперативно устранить их к предстоящей зиме. Тем более, что в этом сезоне подготовка котельных ведется по новым правилам. Нынче Ростехнадзор требует проведения экспертизы зданий и сооружений. Так что с чем мы столкнулись, в принципе, впервые. Объем работы огромный, требует больших вложений. Сама экспертиза – удовольствие недешевое. Однако предприятие готово выполнить все условия контролирующих органов для получения паспортов готовности. Капитальный ремонт в 10-й квартальной котельной – один из самых дорогостоящих. Полная реконструкция котельной в деревне Тацарсаза и капитальный ремонт других объектов – далеко не весь перечень уже выполненных работ за счет предприятия. Ремонт котлов и опрессовок уже закончен, ремонт насосов закончен, ремонт и промывка теплообменников, но то же самое проведена. Теперь сейчас доводим, как говорится, последнее. Это те замечания, которые выявлены были по экспертизе зданий и сооружений. Уже в ближайшее время все оставшиеся ремонтные работы на участках будут завершены. В ведении предприятия сегодня находится 31 котельная. Общая протяженность тепловых сетей и в городе, и в районе составляет более 37 километров. Нынче сроки сжаты. Поэтому надо работать. Коллектив слаженный, коллектив задачу понимает, работает, задерживается там, где надо. В субботу выходим, работаем.